День молодежи – еще один повод показать силу своего здоровья и бодрость духа. Так решили участники второго открытого мастерского турнира по жиму штанги «Русская тройка». Участников соревнования приветствовали представители администрации района, боевого братства и, конечно, коллеги-спортсмены. Фоки на Дальнем Воронке собрались спортсмены из разных уголков Московской области. Не только юноши, но и девушки, и силачи со стажем. Турнир посвятили 81-й годовщине героического перелета экипажа Чкалова через Северный полюс. Не чуждо геройству и участники соревнований. Нагрузив гриф приличным количеством блинов, спортсмены старались выжать из себя максимум. Спорту и здоровью посвятили День молодежи не только участники силовых соревнований. В городском парке культуры и отдыха прошел настоящий праздник здоровья. Театральные представления, показательные выступления заинтересовали гостей праздника. В нем принимали участие представители спортивных клубов «Щелково». Так Максим Новоселов предлагал приобщиться к проекту «Школа реального рукопашного боя». Собираю различные материалы и стараюсь всевозможно показывать, где-то проявляя интерес людей к этой системе. Вот здесь на открытой площадке мы сейчас провели презентацию, показали различные приемы, системы. Конечно, изюминкой праздника стала тема футбола, как никогда актуальная сейчас для нашей страны. Ребята организовали свой чемпионат. Поиграть, правда, можно было лишь в футбол виртуальный, но зато выбрать любимую команду мундиаля. Конечно, каждый сам для себя решил, как провести этот праздник, но отрадно видеть, что молодежь все чаще выбирает здоровый образ жизни. Наталья Медведева, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».